Библиотека вышла на прогулку. Летний «Читай-город» сегодня вновь распахнул свои символические двери. Более 1000 экземпляров лучшей мировой литературы выставила областная библиотека имени Гоголя для жителей и гостей города. В сквере по улице Алиханова расположился летний «Читай-город». Этот проект инициирован Карагандинской областной универсальной научной библиотекой имени Гоголя еще в 2013 году и проводится уже в 7-й раз. Любой горожанин может выбрать любую из 1000 предложенных книг и, устроившись тут же на скамейке, окунуться в мир художественной литературы. Кроме того, карагандинцы могут принести в дар свои книги в фонд библиотеки. В этой акции у нас проходит акция «Букросинг», то есть это как путешествие книги из рук в руки. Каждый читатель может принести свои книги, и именно в летнем «Читай-городе» кто-нибудь случайный читатель возьмет эту книгу, прочтет ее и будет новым другом для этих книг. Летний «Читай-город» стимулирует общественный интерес к книгам и приобщает к чтению не только молодежь, но и взрослое население, а также организовывает летний досуг детей, считают гости летней библиотеки. Мне очень нравится читать. Я люблю читать книги жанр фантастика или ужасы. Работать летний читальный зал будет до 1 сентября, каждый вторник и четверг, с 11 до 16 часов. Кроме того, для читателей будут проводиться различные литературные игры и викторины. Диана Талдыбай, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, 5 канал.